В Ордоне продолжаются рейды по взысканию задолженностей за услуги регоператора. Многие жители не платят за вывоз мусора, несмотря на одни из самых низких тарифов по республике. Из-за этого компания начала обслуживать лишь те дома, которые исправно вносят оплату за их работу. Как следствие, в отдельных районах появились стихийные свалки. В проблеме разбирались мои коллеги. Такая картина повторяется из раза в раз. Злостные неплательщики Ордона игнорируют контролеров. Оно и понятно, долги у людей не маленькие. А если быть точнее, жители задолжали около 7 миллионов рублей. Услуги регоператора ни разу не оплатили 2700 домов. Мы задействовали мобильную группу. В нее входит штат людей, порядка 6 человек. Они работают с населением, с должниками. Взимают оплату. Самые низкие сборы в Ордоне, Кадгароне, Даркохе и Ильхотово. Если раньше мусор там вывозили со всех дворов без исключения, то сейчас обслуживают только добросовестных плательщиков. Уведомления о приостановке работы поступят главам районов. Руководству регионального оператора пришлось столкнуться с непростой ситуацией и прекратить вывоз злостных неплательщиков. Настоятельная просьба должников города Ордона оплатить задолженность, так как задолженность будет взыскиваться в судебном порядке. Многие жители находят выход самостоятельно. Результат – стихийные свалки. В компании отметили, если не решить проблему, может случиться мусорный коллапс. Чтобы избежать этого, для жителей подготовили удобные способы оплаты. Плату по задолженности можно оплатить в кассовых центрах города Ордон, почта, а также контролерам. Решить многолетнюю проблему должна помочь мусороперегрузочная станция. Ее уже совсем скоро ведут в эксплуатацию. Мусор из районов будут привозить на эту станцию, не на полигон. Здесь уже не нужны специализированные машины в качестве грузового транспорта. Это повышает эффективность сбора отходов и сокращает расходы по транспортировке. Сейчас в Ордоне активно проходят рейды по взысканию задолженностей. Пусть и не сразу, но неплательщики все же рассчитываются с долгами. Специалисты намерены решать проблему со сборами платежей в каждом районе. Сабина Гатагвала, Анна Бзыкова, специально для программы «В итоге».